на свалку едет. Ай, так и мы же за ним. Шашлычки. Вон жарят и ничего. А мы начали жарить, нас первыми оштрафуют. Поехали в путешествие. Загородил нам весь обзор. Грязновская, 101 квартал. Так, все, давайте на мусорку сворачивайте. А мы... Дорога на Светлую. Будем мимо Светлой, да, проезжать? Санаторий Белый Камень. Белый Камень, поселок. 5 километров. Все, у меня мечта в этот Белый Камень съездить. 5 километров можно и съездить когда-нибудь. Как-то поотдыхать хотелось бы. Ну и белокаменские сады. Белокаменные или как? Не знаю. В общем, рядом с Белокаменным. Мост. Это тоже старые сады уже. Ну и что, речка? Нету ведь? Нет, есть чуть-чуть болото. Какие остановки с мягкой мебелью. Лагерь Заря 3 километра. И машина. Так, олени на дороге. Осторожно, олени. Оленей-то хватает на дороге. Прошло километров 5-6. Пролетает снег, что ли? Что-то на улице плюс 5 градусов. Конец мая. Что-то пролетает беленькое. Вот они, сады Светлые. Бесплатно автобус сюда возит садоводов с комбината Урала вест. Поворот на Сухой Лог. И что-то тут пилят лес. Трассу очищают, что ли? Как-то сосны одного размера все. Однообразный. Для нас однообразный пейзаж, да? Снег кружится и тает, летает, летает. Лошади пасутся. Ой, как красиво. Остановиться бы, поснимать их. Ничего себе, большой табун. Так, не все так плохо. Мы тоже едем в село. Соседнее село. Много лошадей. Ну, подремонтировали здесь вот. Ремонт, видимо, был. Знаки просто не убрали. Так что дорога ровная. Высоко сижу, далеко гляжу. Снежок белый пушистый. Вот, прям в окно нам. Вот как хорошо сейчас было видно, как снег-то летит. И солнце, и тучи. Зеленая зелень. Сейчас этот популярный ролик ходит. Надо тоже, но это снять, зелень-мелень. Там ведь как что придумают, все, все сразу подхватывают. Ну вот, водоем был, болото.
как вот на карте обозначены болота. Вот это и есть болото. Немножко выглянуло солнышко, блещет на лугу. Бескрайние поля. Перепаханы или это посажены только? Перепаханы. И посажены. Может, посажено что-то уже было. Потому что май месяц. Посадили картошку, наверное, картошка, что еще? Пшеница. Красный маяк. Про красный маяк читайте в интернете. Что-то там ядерное было. Очень много лет назад. Вдаваться не буду. Еще прошло пара-тройка километров. Даже машины встречные. Это еще не основная трасса. Как она называется? Разбез-Грусновская. Кочки какие красивые на болоте. Вот туда нечего соваться даже. Чей-то покос, наверное, был, поляна красивая. В общем, все как-то. Основная Тюменская трасса, да? Сибирский тракт. Сибирский тракт направо Екатеринбург, на Пермь, налево Тюмень. Фуры 97-й регион. Сейчас пойдут фуры. Разные регионы. Семьдесят второй регион. И вон Грязновская. По-нашему Грязнуха. Тут тоже вырубают. Сюда что ли еще будут здесь полосу делать? Будут. Расширять. Лес рубят, щепки летят. А на Казань-то не это будет расширять? Это может и есть. Казань-то от Ёбурга туда, в сторону. Казань в другую сторону. Это на север дорога. Да, да. Вот эти Уренгой, Сургут, Тюмень. Что там еще? А Нижневартовск где? Там же. В общем, едем на север. Омск, Омск. Омская, Томская, Кемеровская область. Такие у нас дороги. Ровные, ровные. А впереди поворот у нас на Барабу. Вот придете на рынок в Нептун. Там продают картошку. Лица. Говорят, картошка из Барабы. Так вот она. Там Бараба. Деревня Бараба. Тоже ведь вот от какого-то происходит слово. Всходит. Солнце здесь пасмурно. Ну и вот она трасса. Тут день и ночь. Машины. День и ночь фуры. Какая-то остановка впереди. А, нет, это машина же.
пассажирского транспорта. Что тут? Что за база торпедных катеров? Никогда такого не было, и вот опять. Скоро все эти трассы застроят. Ой, тут-то проглядели ремонт моста. Расширение или ремонт, что-то было. И опять поля, равнины. Снега. Это с красной крышей, это как он, для траков. Пункт. Дальнобойщики там останавливаются. Отдыхают, кушают. Тут вот незасеянное поле. Может, под сено? И вот, смотрите, чернозем. Черноземье. Ковыль. Трава. Деревня. Так, Белейка. Река Белейка. Село Белейка. Тут все села. Последний раз мы ездили тут, вот, пешеходного перехода этого я не наблюдала. Медицина катастроф. Она тоже через сколько-то, да, километров снова будет. Тучи-тучи едем. Регион. 86-й, 716-й. Кунарская, сворачиваем в Кунару. Гаишники стоят. Нам можно и прямо потом налево, но мы здесь всегда сворачиваем. Вот они стоят, видите? Наша полиция нас бережет. Едем через Кунару. Вот такая же однотипная дорога. Сейчас будет водоем, да? Или река, как там она? Кунара. Деревня Кунара, река Кунара. И живут, наверное, какие-нибудь кунарцы. Вася Кунарцев какой-нибудь живет. Белейка. Так Белейка или Белейка? Белейка. Что Белейка написано? Знаешь. Белейка вроде, да, была. С ошибками. С ошибками пишут. Знаки-то с ошибками. Может, село Белейка, а река Белейка? Белейка. Сейчас у коренных жителей спросим. Так, опять знаки. И вот она. Тут ковры стирают. Сколько воды. Плотина какая-то, потому что справа нет. Слева плотина, но прибрежная защитная. Река Кунара. Село Кунарское. Главное, тут не деревня, а село. И наша любимая Пятерочка. Нелюбимая. Че она любимая-то не любимая? Несет, цветет и пахнет. Я люблю Кунарское. Даже тут есть знак такой. О, карандаши, малыши. Как красиво. Кто жил в Кунаре? Смотрите. Село Кунарское. Администрация. Церковь-то восстанавливают, что ли? Она, вроде же, совсем заброшена была. Ага. Смотрим, едем по селу Кунарское. Яблони в цвету. Тоже полицейские тут у них. Улица Ленина, 20.
идем на храм. Тут у них памятник, памятная зона. Ой, магазин когда-то был. Тоже администрация есть, что в каждом любом населенном пункте, в селе, в деревне, хоть где. По какой деревне мы проехали, село. Так, а вот это что за забором? Частный. А, тоже дом? Ой, красиво все цветет. Домик, баня, ну ничего на участке, наконец. Ведь справа ведь все дома вроде были тут раньше. Не были? Когда-то в 18 веке. Это же старые деревья. Где-то дождь идет, вот видно, что прямо. Тут тоже вот поля засеяны. Вот она, матушка-то земля. Так что люди работают на земле, сеют, пашут, и коровы вон гуляют.